Коллекция «Северные просторы» изготовлена из ватмана. Для изготовления и демонстрации были привлечены... именитями и отороченным мехом соболя. На вороте представлен ленточно-спиральный туэ и нагрудника бэпи. Изделия украшены вышивкой. На спинке узор, несущий две функции. Мужской костюм состоит из халата черного цвета, украшен цветной вышивкой по горловине. Вестником и штанов, украшенных яркими лентами. Завершенность ансамблю придает унты. Сочетание ярких красок и простоты пошива подчеркивает. Завитки папоротника обрамляют цветки трилистника и призваны привести в ее быт пазики. Красное платье женское с вышивкой. Оранжевое платье из ткани с вышивкой. Комплект нивский женский, автор Анна. Народ уэйта в количестве 350 человек проживает только в Сахалинской области. Мастера постепенно переходят к традиционным рукотворным ремеслам и видам деятельности, в том числе и к возрождению национального шитья. Традиционного национального шитья и общестороннего изучения и распространения. Национальный костюм. Праздничный традиционный халат много веков не меняет своего покроя. Орнаментика ярка, красочна, насыщена. Костюмы дополняют праздничные ноговицы горо.